Вот так. Вот мы и пришли в твою новую квартиру. Как красиво. Кира, все для тебя, ты же знаешь, ты же моя сестра. Братишка мой любимый. Ты располагайся, я пока посижу. Или полежу, я еще не решился. Ясно. Сумка, шарфик. Сумку бы сначала разобрать нужно. Вода в дорогу, iPad, школьную форму вместе с сумкой нужно повешать. Вот так-то. Теперь стоит приятная обстановка. Чё? Я просто уже задремать успела. Чего хотела? Хотела спросить, а у вас тут есть свободные мальчики? Немножко чисто женский вопрос, и со мной его обсуждать это так странно, но... По-моему, ты мой брат, и я с тобой это могу обговорить. Ну ок. Да нет, свободных пацанов у нас пока нету. Но я думаю, тебе кого-нибудь закажут. Ну, тоже мне закажут. Это еще недели три ждать. А ты прям все так сразу хочешь? Блин, что ты несешь? Хотя бы познакомиться с кем-нибудь. Ладно, ладно. Ну, у нас есть тут один, короче, Максим его зовут. Но, по-моему, у него есть девушка, но крутит он, по-моему, с двумя. Он мой лучший друг, но я думаю, он не будет против, если он к тебе придет. У него всегда есть время. Ну что ж, я попробую с ним познакомиться. Замечательно, тогда я пошел за ним. Без проблем. Увидимся. Конечно, куда я денусь? Ну ладно, это была ляпа. Типа вы этого не видели, и мы продолжаем. Эти дебильные оповещения, их надо выключать. Интересно, этот Максим красивый? Да ну, кто такую долбанутую возьмет? Вообще, наверное, я себе тут друзей не найду. Как лохушка одна буду песни записывать. Подремлю, что ли? Или в ВК посижу? Пятнадцать минут спустя. Мы пришли. Прикольная обстановочка. Что? Ах, мальчики, вы уже пришли. Братишка! Это он? Угу, а что? Я ожидала увидеть какого-то гопника, а тут такой красивый пацан. Воу-воу, полегче, сестренка. Ой, иди ты нафиг, а. О чем шепчемся, ребята? Ни о чем. Только попробуй проболтаться. Ну ладно, ребята, я вам не буду мешать. Вы же тут знакомиться собрались. Да мы как бы это, но мы не это, ну не совсем это. Все, все, ухожу. Да, неожиданно вышло. Ну хорошо, давай тогда присядем. А зачем ты хотела со мной познакомиться? Ну, как бы так сказать. Ну, я же как бы приехала в этот город вот прям несколько часов назад. И мне как бы сразу нужны друзья. Вот такой я человек. Мой братишка, как ты понял, мы с ним близнецы, и, в общем, вот так вот. Он меня тут обустроил, как бы это квартирка, это его старая квартира. Он просто ее обустроил так красиво для меня. Ну, вот, в общем-то, так. Теперь это мое логово, мое жилище, моя хата. Классно. Ну, а так просто мне... Одиноко. Блин, что-то срочно надо делать. Только что обнять. Это лучшее, что пришло мне в голову. Максим, ты чего? Неужели он меня понял? У тебя есть девушка? Я даже не знаю, как это назвать. Мы с ней уже давно не видимся. Но, видимо, она меня любит. А я...
Ее нет. Боже мой, что он делает? Зачем так быстро? Неужели он это всерьез? Это приятно. У меня никогда не было человека, который любил меня как девушку. Именно как девушку. Что это было? Я не знаю, но как-то так само. Ничего, мне даже понравилось. Так если понравилось, может, повторим? Давай, я не против. Алло. Да, Эля, привет. Есть разговор. Нам нужно расстаться. Алло, Эмили. Да, привет. Короче, тут разговор такой небольшой. Все, что было между нами, была просто игра на клип. Ясно? Хорошо. Давай, пока.